Как поживаете? Да все, слава богу, спасибо. Не самая удачная игра для команды, на самом деле не очень хорошая игра, наверное, все-таки так долго ждали своих болельщиков, зрителей, родных, близких, хотели показать высокий уровень и где-то передерживали, решили больше доверно разыграть, мало бросали, но, конечно, вратаря не закрывали, от этого все-таки тяжело забить в нашем хоккее, если не закрываем вратаря. Большинством три большинства не реализованы. В области психологии даже проблема. Все-таки команды против нас теперь разыгрывают, смотрят нас и готовятся. Все-таки нам надо, наверное, больше бросать. Мы стараемся, опять же, довести до более верного. Надо, наверное, от простого идти больше бросков и закопать до верного. Потом все наладится, все разрушится у соперников. Если брать конкретно сегодняшний матч, там показалось, что Салават очень плотно играл с Херсли, чтобы он не бросал в большинстве. На самом деле, Салават сегодня хорошо играл, хорошо катался, быстро накатывался, наверное, и все-таки разобрали, что держали Херсли. Наверное, все-таки будем, наверное, делать работу над ошибками, как это обычно, и готовиться к следующей игре. Все-таки для нас игра важная следующая. Давно у нас не было два поражения. С декабря. Два поражения, они не связаны как-то вот с последствиями сезона подготовки? Может, сейчас у вас как раз-таки ноги суставы? Наверное, тяжело, наверное, легко сказать на предсезонку что-то. Все-таки все находятся в одинаковых условиях, и как надо стиснуть зубы и играть через «не могу». Понятно, может что-то не получаться, много большое желание, но надо терпеть и все-таки радовать своих болельщиков и всех своих. Дергачева к вам поставили по ходу игры, не терялся молодой? Я бы не сказал, что он уже молодой все-таки, он достаточно опытный, а так, конечно, он проявил себя, хорошо лез, это на все на усмотрение тренера. Наиля-то ждете? А? Наиля-то ждете обратно? Так его все ждут. Обычно тренеры говорят, что они дают много пищи для размышлений. Как с сегодняшним матчем? На самом деле, все-таки здорово, что это в начале старта чемпионата. Я думаю, что это более сплочит нашу команду, и все будут относиться к этому как к маленькому уроку и сделают из этого хорошие выводы.